Я думаю, что Чавес важен для всего мира, потому что это тот Че Гевара, если хотите, современности, который открыто поднял знамя борьбы с американской метрополией, в которой и нас эксплуатируют. Мы такая же колония, как Венесуэла, в которой Чавес просто более занимает такую более активную, открытую мировую политику. И в этом плане нам, конечно, нужны символы. Символы борьбы с оккупантом, символы борьбы мирового освободительного движения. И такие символы были приняты в Москве и названы таким образом улица. Это важный элемент, помогающий осознать свое место в мире. К сожалению, место раба. Но чтобы освободиться от рабства, надо понять, что ты раб.